Здорово, с вами Егор, и сегодня у меня очередная Florence and the Machine, поэтому я супер мощно возбужден. На самом деле, блин, можете мне подсказать, как перевести на русский язык слово excited? Вот, I'm so excited. Нельзя же сказать прямо, я возбужден, я в возбуждении, я в каких-то переживаниях. Вот как вот? Пожалуйста, отпишите, помогите мне. И сегодня у нас клип под названием Spectrum. Последний клип, который я видел, назывался My Love. И это теперь моя любимая песня у этой группы пока что, потому что слушал я мало из их творчества, но песня для меня просто ушла в сердечко. Значит, перед тем, как я начну реакцию, хочу сказать о том, что у меня есть буст, ссылка на него находится внизу, там помимо реакции, которые я не могу загрузить на YouTube, увы, потому что авторские права, есть много эксклюзивного контента, например, на данный момент это, я слушаю все альбомы Björk, абсолютно все, через несколько дней будет Медула, поэтому подписываемся, будет интересно, также я пересматриваю, переслушаю абсолютно все творчество моей любимой королевы, герцогини Мадонны, от первого альбома до последнего, это получается у нас песни, альбомы, туры, клипы. Да, теперь, если вы хотите задонатить мне, как этот прекрасный человек, на любую реакцию, абсолютно любую, то можете это сделать внизу по ссылке на донаты на Boosty, либо на карту. На карте обязательно в сообщении пишите на что. Это может быть как альбом, так клип, так и песня просто. И еще, что еще? Давайте лайки, давайте подписки, давайте комментарии. Я понимаю, что YouTube находится сейчас не в лучшем своем психическом состоянии. Но не забываем, что алгоритмы алгоритмами. Поехали, Spectrum. Я ожидаю опять какой-то драматичной театральщины. В хорошем смысле. Вау. Что она какая-то здесь даже не в каком, не в своем образе, да? И мне нравится. Голос! Сколько энергии здесь! Меня как будто напоили водой или зарядили чем-то, адреналином каким-то прямо всунули шприцы. Вау! Как мне нравится контраст этого спокойствия такого и резкого, ну короче, и резкого ора и крика души в припеве, да? Бля, у меня живот схватило. Это какая-то церковь, да? Вот это вот, знаете, воскресное паломничество, или как это называется? Прямо, знаете, лечь на пол и вот это. Бля, я сейчас в Бога поверю. Без шуток. Я не знаю, на что смотреть, я не знаю, как слушать, я не знаю, на что фокусироваться, сука!
Ты гонишь, рыжая паскуда, извините. Я просто не ожидал, это слишком. Это слишком для моей обычной никчемной жизни было сейчас. Слышишь звук? Это арфа? А сзади Бекки прямо пачкой такой. В конце это аутро. Это волшебное, магическое. Ты слушай. Какое же говнище то, что я раньше не слышал эти песни. Боже, это так вдохновляет, это так сподвигает тебя на какие-то события. Я серьезно, мне сейчас вот стало жалко, что я болею, пока я не могу выйти на улицу и просто бежать куда-то. Мне хочется использовать свою энергию, пока я еще жив. Потому что такие... Ее голос, наверное, какой-то, и мелодия в припеве, и куплет, тут все сошлось для меня. Это как поднять мертвого из могилы для меня. Это было очень энергично, это было очень... Я не знаю, я увидел кучу разных событий, пока я слушал эту песню. Мне, в принципе, не особо так было важен клип. Клип, как обычно, все фэшн, охуенно, красиво и по цвету, и модно снято. Вообще, я даже не могу сказать, что это за год. Вот. И, боже мой, вот эта песня и My Love теперь будет, ну, недель, наверное, несколько в топе моих самых любимых прослушиваемых песен. Вот, наконец-то я могу что-то разбавить свое старье чем-то вот таким вот свежим, чем-то таким воинствующим. Я не знаю, это вот прям какая-то панацея от беременности, от депрессии. Вот, поэтому огромное спасибо за донат, мне очень понравилось, ребят. Если вы хотите мне сдонатить на что-либо еще, то обязательно ссылка на донаты внизу на Boosty, либо на карту. Подписывайтесь также на мой Boosty, давайте лайк, комментарий, что вы думаете о клипе, об исполнительнице. И также, если вы хотите, можете подписаться ко мне в телеграм-канал, там вы можете следить за моим творчеством в качестве стилиста и фотографа, а также можете подписаться ко мне в телеграм-канал, там мы можем с вами общаться. Я туда скидываю свою любимую музыку. Пока!